Насмотревшись ютуба, мы тоже решили сделать себе садж. Для этого взяли диск от бараны, вот такого вида. Ну, в качестве ручек будут подковы старые. Серединку заварили обычным куском уголка, который подходил по толщине полуавтоматом, и зачистили. Вот такой получился садж. Спустя некоторое время решили его обжечь. Так он обжигается, так он цвета побежалости на нем появляются, то есть он синеет. То есть прокаливается. Вот, потом насыпали соли, чтобы соль повытягивала все из металла. Когда на соли обжаривается, металл из синего становится белым. Добавили маслица, чтобы обжечь его. Обожгли. И сейчас сальца зажарили, чтобы было на чем готовить мясо. В принципе, вот такой вот садж получился. Вот. А вот в итоге наше блюдо. Все было очень вкусно. Классная вещь. Приятного всем аппетита.